Защититься от коронавируса стало еще проще. В торговом центре «Орбита» открылся новый стационарный пункт вакцинации. Сделать бесплатную прививку могут все желающие от 18 и старше. Подробности у моей коллеги Луизы Егезарян. Егор Балакшин – волонтер со стажем. Занимается добровольческой деятельностью более 5 лет. Последний год стал для молодого человека испытанием на прочность. Пандемия не только прибавила работы, но и научила ответственно относиться к здоровью. Этот жизненный урок привел волонтера в пункт вакцинации от COVID-19. Мы видели за этот год очень много людей, которым нужно было доставлять продукты, льготные лекарства. Если в первую волну еще все сидели дома, и нам было интересно, честно говоря, этим заниматься, помощью и так далее, то сейчас мы вынуждены и учиться, и работать, и при этом еще и помогать другим. И, конечно же, нам хочется, чтобы и нагрузка с медиков спала, и в том числе и нагрузка с волонтеров спала. И мы вот воспринимаем вакцинацию как, наверное, последний этап борьбы с коронавирусной инфекцией. Новый прививочный пункт появился в торговом центре «Орбита». Здесь отметили наибольшую проходимость людей во время работы мобильного комплекса. Теперь пройти вакцинацию можно каждый день, кроме воскресенья, с 10 до 20.00. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. На первом этаже происходит оформление информированного согласия. Пациента записывают в реестр государственный, соответственно. Потом волонтеры провожают его на третий этаж на осмотр терапевта. После осмотра терапевта мы производим вакцинацию, затем выдаются сертификаты, памятка, как действовать в дальнейшем. С начала прививочной кампании от COVID-19 в Люберецкую областную больницу поступило более 6 тысяч доз вакцины «Спутник Ви». Более 4 тысяч человек уже прошли первый этап вакцинации. Вакцина сегодня доступна. У нас сегодня, слава богу, нет проблем с вакциной. Вакцины у нас столько, сколько будет востребовано. Пунктов вакцинации в городском округе тоже достаточно. В настоящее время на базе поликлиник Люберецкой областной больницы открыто 8 кабинетов вакцинации. Записаться можно по номеру 122 через портал госуслуги или в МФЦ. Мы должны вакцинировать в Люберцах более 151 тысячи человек. То есть это 60% от всего взрослого населения 18+. Для удобства жителей у торговых центров работает специальный мобильный комплекс. Запись на вакцинацию в выездном пункте не требуется. Луиза Егезарян, Сергей Гвоздев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.